К другим темам. Несколько компаний из нашей области стали победителями грантового конкурса Фонда содействия инновациям. В этом им помогли эксперты Центра «Мой бизнес» в Твери. С победителями встретилась Наталья Чекет. Конкурс проводился по целому ряду направлений. В номинации «Коммерциализация и импортозамещение» победителем стала тверская компания «Амфибия». На предприятии изготавливают земснаряды и плавающие экскаваторы. Техника применяется для очистки и углубления водоемов, добычи полезных ископаемых. Что касается названия фирмы, то дело в том, что многофункциональная установка «Боцман» работает по принципу амфибии. Основная задача его – это копать, убирать растительность. Вот. И, соответственно, основная навеска – это землесос, с помощью которого происходит весь процесс очистки водоема. Сделаны два понтона, с помощью которых удерживается он на воде, и есть гусеницы, соответственно, с помощью которых он может добраться до места, где будет работать. Землесос на предприятии разработали сами. Его главная особенность – работа без засоров, в отличие от похожих моделей. Такого результата удалось добиться с помощью специальных сортировочных ножей и измельчителя. Спецмашины успешно проходят все испытания и, кроме того, их характеристики непрерывно улучшают. Технику, которую производят на предприятии в Твери, можно встретить по всей стране – от Магадана до Крыма. Средства гранта на предприятии планируют использовать для импортозамещения. Речь идет о высокоточном оборудовании. Все деньги гранта пойдут на вот это оборудование, станки. То есть это и привлечение рабочих мест, импортозамещение, уменьшение себестоимости оборудования, увеличение его количества. В конкурсе «Старт-2» отметили предприятие «Искин», занимающееся исследованиями в области технических наук. Оно представило проект, предлагающий автоматизацию учебного процесса при обучении будущих медиков. Изобретение поможет студентам без участия пациентов тренироваться в сборе анамнеза, одном из основных методов медицинских исследований. Цель проекта – заменить человека, потому что это, а, дорого, б, не всегда могут найти такое количество тьюторов либо докторов, которые выполняют роль пациента. От большого количества диалогов будет идти обучение модели, и то есть, там, со временем это станет почти человек. Общая сумма привлеченных грантов тверскими предприятиями составила 60 миллионов рублей. На всех этапах конкурса поддержку победителям оказывал Центр «Мой бизнес». В частности, это подготовка документов и оформление заявок в Фонд содействия инновациям. В дальнейшем победители грантов получили свои деньги, и теперь они самостоятельно распоряжаются этими деньгами в рамках гранта. И Фонд, собственно, содействия инновациям осуществляет контроль за исполнением обязательств, которые предприятия взяли на себя. В Тверской области постоянно расширяются возможности для оказания поддержки бизнесу. Развитие малого и среднего предпринимательства является приоритетом в работе экономического блока правительства региона. Как считает губернатор Игорь Рудени, главным приоритетом является создание новых рабочих мест, и чтобы люди могли заниматься тем, что им нравится.